Приветствую всех на своем канале, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня у меня новинка, новый букс без вложений. Ирон ПТС, это зарубежный букс. Значит, минимальный вывод отсюда 10 центов в биткоин сатошах платит. Нету здесь платежек ни пейера, ни перфекта, только биткоин. Значит, зарабатываем мы в долларах, а выводим в биткоин сатошах от 10 центов. Так, значит, ну, регистрация здесь очень простая. Нажимаем регистр. Значит, имя, фамилия, два раза email, логин, два раза пароль, разгадываем капчу. Галочку нажимаем регистр. На почту придет просто приветственное письмо. Далее попадете на домашнюю страничку. У вас появится окошко такое. Ну и там как бы будет, переведете на русский, прочитаете, что нельзя использовать VPN. Ну и что платит он в биткоин сатошах. И, ну и все такое. Как бы. Значит, это у нас аккаунт Sumari. Значит, персональный сеттинг. Здесь мы прописываем биткоин адрес. Далее здесь пароль, который мы указывали при регистрации. Нажимаете send. Ваша вот учетная запись, как бы кошелек сохранится, обновится. Значит, что еще здесь? ADD функции, это делать типа апгрейды. Можно с аккаунт баланса и это самое. Ну, как я ничего не буду делать. Я так без вложений. Здесь апгрейд аккаунт. И здесь у нас, значит, мы на стандарт, бесплатная основа. Ну, а сделать апгрейд здесь вот $1, $5. Так. Тоже это все перевести можно и почитать, изучить. Так, и что? На чем мы здесь будем зарабатывать? Есть сетка. Значит, нажимаем на сетку. Нас перебрасывает на страничку. Ждем, сейчас загрузится шкала. Так, давай грузить быстрее. Можно делать 100 кликов. Все, нот. Ничего не выиграла. Закрываем. Далее. Вив Advertis на просмотре кэшлинг. Здесь я уже попробовала посмотреть. Давайте такую коротенькую посмотрим. Ну, здесь их прилично как бы. Вот. Так. Давайте какую-нибудь вот сюда на букву нажимаем. Нас перебрасывать на страничку. Опять ждем. Загружается шкала. Жмем вот на эту вкладочку, нажимаем. Появляется такое вот окошко, где моя капча. Грузится страничка. Ну, нету что-то. Не появилось. Сейчас еще разок нажмем. Ну, здрасте, приехали. Ага, засчиталось странно как-то. Нет, давайте еще одну посмотрим. Вот это. Должна появиться ну, вот, вот такое вот окошко, и я разгадывала рекапчу. Опять нажимаем. Нету. Ну, нажимаем. Все, нам засчиталось. Ну, так еще даже лучше. Так, далее, что здесь еще? Я больше никуда не пойду. Есть ПТС-вал, афер-вал. Ну, вот мой АДС-вал. Но это я вот только вот на кэшлинках. И еще что здесь? Есть ежедневный бонус. Но бонус дается, как говорится, надо просмотреть 60 вот этих кэшлинок, 60 рекламок и 100 кликов сделать GERD ADS. Вот это
Вот что я вам показывала. И тогда мы можем получить до 10 центов. Как бы ежедневный бонус. Вот здесь написано. Так, ну, в принципе, все. Есть форум. Как бы. Здесь можно почитать, все изучить. Так. Ну, в принципе, и все. Ага, не все. Далее что? Так, Виндрав. Как я сказала, 10 центов в биткоин сатошах. Мы зарабатываем в долларах. Так, далее. Вот здесь промо находится. Партнерская ссылочка и баннеры. Так. Далее здесь будут отображаться ваши партнеры. Значит, здесь Order History, Deposit History, История, Виндрав History, Login History. Так. Ну и все. Теперь уже точно. Вот такой вот букс. Здесь вот вкладочка Виндрав, баланс, Пуршас баланс. Вот. Ну и все. Ну, а здесь статистика идет наша. Лично как мы здесь работаем. Ну, сколько кликов. Вот, и здесь вкладочка Виндрав, а это ADD Funds. Ну, это не надо нам. Главное, вкладочка Виндрав. Ну, в принципе, на этом все. Всем удачи. Так, давайте-ка я переведу. На русский, что это у нас тут написано синими буквами. Мы платим с помощью биткоина. Если вы не используете кошелек, так, ладно, все еще не хотите. И вот запрос оплаты, затем используйте наш обмен для мгновенного, безопасного, надежного Perfect Money или Payr. А, это обменник. Это значит, можно брать адрес Perfect Money, что ли, и Payr. Не знаю. Ну, я ставила биткоин кошелек, пусть будет. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Вывод, естественно, будем проверять, делать видеообзор. До новых встреч!